Привет, дорогие друзья, вы на канале Катрин, 13 серия The Last of Us. Снова мы с Элечкой одни. Предыдущая серия была очень печальной, очень тяжелой. Так, осторожно. Или не свисти, денег не будет. Опа. Еще новое оружие. Эль Диабло. И где оно у нас находится? Ага, вот получается, туточки. Ну, затестим на ком-нибудь. Это мне, это мне. Мы, кстати, все так же направляемся к брату Томми. А куда мне туда? Элли туда смотрит. А-а-а. Вот тебе и дорога. Это обрыв. Пойдем по берегу. Река приведет нас к Томми. Давай. Можно тут спрыгнуть. А можно тут. А что у вас произошло? Ты о чем? Вы с Томми не вместе. Значит, что-то случилось? Небольшая размолвка, вот и все. Я так и знала. Что не поделили? У Томми свой взгляд на мир, у меня свой. И поэтому он примкнул к цикадам? Да, твоя подруга Марлин подарила ему надежду. Но Томми такой человек, запала у него хватает ненадолго. Он ушел. Ну и... как вы с ним расстались? Кажется, он сказал, надеюсь, больше никогда не увидеть твою рожу. Ого. А он нам поможет? Это мы скоро узнаем. Ну, так или иначе, до цикад мы доберемся. Идем дальше. Может быть, ему просто что-то не понравилось? В этой организации. Может быть, он думал, что они какие-то такие особенные. В общем, не оправдали ожидания его, поэтому он от них ушел. Ой-ой-ой-ой. Книга 5. Чужеродный элемент. Одержав абсолютную победу, странники поставили человечеству ультиматум. В обмен на прекращение войны они потребовали себе живую плоть всех уцелевших мужчин, женщин и детей. Как долго Даниэла сможет скрываться от их смертоносной хватки? Типа, воевать не будем, но всех сожрем? Лучше-то воевать. Что за фигня? Можно обойти. Цветочки красивые. Угу. А что это? Вот это гидроэлектростанция. Гидро кто? Она превращает энергию потока воды в электричество. Как она это делает? Слушай, я знаю, что она делает, а не как. Ну да. Ладно. А как мы переберемся на ту сторону? Ой, сейчас будем думать. Там он какой-то вентиль с той стороны. Блин, ну мне кажется, тут, конечно же, будут зомби. А, вот еще. Работает? Маленький, давай. Хорош. Ну, это полпути. Если поднимем вторую часть, переберемся. Нам как-то надо пробраться на другую сторону. Опа! Конечно же, за точечку. Вот так. А что у нас тут в карманах?
Хорош. Блин, луком я уже давно не пользовалась. Как-то нет необходимости. Он на ближних дистанциях вообще не подходит. Я думаю, луком надо по стелсу. Пока тебя никто не видит. Делаем, делаем, делаем. Аптечки нам просто жизненно необходимы. Все? Все. Ну что, погнали дальше. Я так понимаю, мне прыгать, да? Да. Жди здесь. Что-нибудь придумаю. Вот тут как будто что-то есть. Хорошо, как всплывать я забыла. Отжился, молодец какой. Чай или погоди. Может, тут еще что-то есть? Нет, ни хрена нет. Всплываем, дышим. Тут прям течение такое приличное. Так. Ну, вроде бы я больше ничего не вижу. Вот это единственное место, где можно, скорее всего, было бы залутаться, но там ничего нету. Ну, всплывай, всплывай. Так, Элли, тебе нужно... Знаю. Встать на грёбаный плот. Давай. Карета подана, мадам. Ты прикалываешься? Садись. Алло. Блин, чего они так на него прыгают? Аккуратненько ножкой стало, чик-чик, все. А у нее сил хватит? Джоэл еле крутил этот вентиль. Давай, попробуй. Типа тяжелый, не может залезть. Ладно. Блин, после воды оно ж так холодно. Осторожнее с этой штукой. Ладно. Мы команда. Ага. Как мило. Что-то есть, какая-то дополнительная территория. Опа! Такая маленькая могила. Я забыла оставить робота на его могиле. Что мне с ним делать? Элли. Что? Я хочу поговорить об этом. Нет. Почему нет? Сколько раз будем это обсуждать? В жизни разное случается. Что поделать? Так... Хватит уже. А обсудить нельзя. Ты прав. Извини. А что теперь? Идем к Томми. Иногда нужно поговорить, чтобы стало легче. А тут что? Мы можем подняться туда. А сюда я могу? Да, сюда я могу тоже подняться. Знаю, мне тоже. Увижу белку, сразу стреляю. Выберемся отсюда, тогда и о еде подумаем. Если помру с голоду, ты виноват. Мы просто могли сюда двумя путями подняться. Так. Вроде бы чисто. Ну такая территория сомнительная, если честно. Идем туда. Обойти не получится.
Опа. Пойдем через завод. Нормально. Тупо 20 витаминок подобрали. Хорошо, нам нужно туда, я поняла. Что там, что там? О, карту можно взять. Система энергоснабжения района Норт-Титан, Вайоминг. Общая длина электропередач в район составляет 392,7 километров. А что мне эта карта дает? Я где-то посмотреть могу? Я просто уже несколько раз... А, ну да, можно, если что, посмотреть. Тут залезть нельзя. Ага. Ну все, мы все осмотрели. Блин, как будто там за воротами кто-то стоял. На секундочку показалось. А ну стоять! Пусть девчонка опустит оружие! Ну! Элли, делай, что говорят. Я увидела, ладно. Тут Томми был слева. Вы что, заблудились? Мы не знали, что здесь кто-то живет. Просто хотели пройти насквозь. Куда насквозь? Это свои. Ты их знаешь? Только его. Мой родной братец. Томми. А я сразу узнала. Охренеть. Только с бородой. Как поживаешь, малыш? Ну и ну. Да. Ну покажись хоть. Да, ты постарел. Скоро сам таким станешь. Это Мария. Повежливее, она тут типа всем заправляет. А, мэм, спасибо, что не пальнули. Было бы неловко пристрелить своего деверя. Рано или поздно нас всех окрутят. Деверь? Ты Элли? Да. Так понимаю, ты его жена? Куда путь держишь? Это долгая история. Идемте все под крышу. Да ну да, да, как бы. Погода такая. Голодные? Ужасно. Ну, веди, начальница. Ну, блин, Джоэл рассказывал, что не расстались на плохой ноте. Однако Томми его это хорошо свои... встретил. Нам пришлось отбивать налеты. Тут полно бандитов. Ты помахал. Несколько дней здесь тихо. Ты как сюда попал? Я думал, ты в Джексоне. Пытался запустить электростанцию. Она работала. Но потом одна турбина накрылась. У них лошади! Есть. Было. Мы снова ее запустим. Не может быть. У вас есть лошади? У нас их полно. Эй, Томми, помоги-ка мне. Извини, какая я сейчас. Какая разница с Томми в возрасте? Можно? Да, конечно. Она любит, когда чешет за ухом. Ездила верхом? Да, бывало. Да, и где это? Уинстон, солдат в зоне, меня учил. Если хочешь, потом можешь покататься. Было бы круто. Вот. Можно погладить лошадку. Спасибо, Томми. Без проблем. Ну, пошли дальше. Ну, иди. Мы тут впервые. Не знаем, куда идти. Эрл? Да? Почему ты здесь? Ты должен был уйти обратно. Жду, когда меня сменит Хаузер с парнями. У нас все будет в порядке. Иди домой к семье. Осталось пару часов, я подожду. Ладно, как скажешь. Нам попались адекватные люди. Вот это да. Непривычно как-то. Мария. Слушаю. Мы ждали управления. Стив сейчас пустит ток. Ты подойдешь к нам? Я бы лучше поела с Элли. Все равно моя очередь. Иду. Я с тобой. Иди с Марией, поешь чего-нибудь. Джоэл. Идем, Элли. Пускай мальчики поговорят. Ну да, с братом вам идет давно Томми, не виделись. Пошли. Они уже в шестой раз пытаются запустить турбины. Мы здесь неделю, а кажется, прошла вечность. Хочу отдать тебе кое-что.
В прошлом году я был в Техасе, дома. Почти все наше добро пропало. Почти все. Вот. Это фотография. Вполне нормальная, хоть и выцвела. Не надо. Точно? А чё? Сказал же. Ладно. Оставлю себе. Томми, надо поговорить. Наедине. Да, ладно. Только ребят сейчас проведаю. Идем. Чего он не захотел фотографию брать? Ему очень больно, наверное, до сих пор. Хотя фотография – это как приятное напоминание. Ностальгия. Что-то одновременно печальное и радостное. Эх-эх. Так, пока что здесь лутаться никак не могу или могу? Не знаю, что ты слышал, но города не узнать. У нас уже больше 20 семей. Мария и ее отец решили, что мы должны сами себя обеспечивать. У нас есть зерно и скот. Молодцы. Помнишь, мы думали, что так жить невозможно. А вот у нас получилось. Похвально. Только вокруг куча бандосов. Как вы защищаетесь? Взрослые по очереди охраняют периметр. Запустим электростанцию, будет ограда потом. Но вы все равно сталкиваетесь с зараженными. А кто нет? Такое уж время. Ну да. А ведь может быть иначе. Ты совсем как Марлин. Юсик! Привет. Это Бакли. Сторож он никакой, но с ним веселей. Хороший пес. Я могу лутаться. О чем мне раньше не сказали? Там этот... какая-то комнатушка была. Я могу сбегать? Сейчас, Томми, подожди. Да, вот бутылка. Ладно, 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 ладно. С братом уже сколько не виделись. Эти гении восстановят электростанцию. На этот раз все получится. Не веришь? Я так не говорил. Ставлю 1 000 000 баксов, заработает. Ага, ставлю 2. Все почти готово. Им просто нужно приладить щит. Спокойно. О, улучшалка. Что-то. Увеличение длительности дымовой... блин. Я пока что еще, кстати, не использую. Так. Тарам-тарам. Чё я могу улучшить? Мне обрез понравился. Я пока что не знаю, как стреляет новое оружие. Кстати. Я же хотела винтовку прокачать. Вот. Хорошая вещь. Пробивает броню. Ну, винтовку он прям по-серьезному улучшает. Так. Все, молодец. Тактический прицел. Давайте скорость перезарядки. У меня еще есть 32... болтик и гаечки. Что-то я могу улучшить. А ну. На 30-ку или на 20-ку что-нибудь. 30. Обрез, видимо, такое мощное оружие. В принципе, как и дробовик, может даже получше. Потому что на его улучшение полное нужно 4 инструмента.
Должно выдержать. Слева. Берегись. А вон Томми. Да, вот так. Опускай. Медленно. Но эти все люди разбираются? Или они так? Получилось, да. Не получилось. Хорошо. Это Томми. Все готово? Так, еще одну секунду. Все, готово. Готов? Давай, жми. Поехали. Черт побери. Получилось. Отлично. Молодцы. Кто-нибудь сообщите Марии, пусть порадуется. Видишь? Потрясающе. А ты проспорил 2 миллиона. Ладно, Джо. Поговорим. А вас тут немало. Мы все получили здесь второй шанс. Они нормальные парни. Джинсовка, кстати, хорошая у Томми. Чего не в Бостоне? Да вот, ввязался в одну авантюру. А он ему расскажет? Все из-за этой девчонки, да? Угадал. Все из-за этой девчонки. Или нет? Выкладывай. У нее иммунитет. К чему это? Она при мне вдохнула столько спор, что хватило бы 10 рым. Ничего. Я тоже не верил. Сам увидишь. Ладно. Поверю. Джоэл ему доверяет. А я при чем? Я должен отвезти ее к цикадам. Ты с ними явно знаком. Закончишь дело, получишь всю оплату. Цикад я 100 лет не видел. Ты знаешь, где они. Мне много не надо, Томми. Дай простую снарягу, и я отправлюсь в путь. С чего ты взял, что я соглашусь? Да ради себя, Томми. Ради твоих парней. Я теперь семейный человек. И не могу так просто рисковать жизнью. Господи. Ну пусть Мария пошлет пару ваших братьев во Христе. У них тоже семьи. Томми, прошу тебя. Нужна снаряга? Бери. Но с девчонкой своей возись сам. Вот она, благодарность. За что бы? Сколько лет я о тебе заботился. Так это забота была? Да мне года с тобой вспоминать страшно. Благодаря мне ты жив. Лучше бы я сдох. Я привел к тебе ту, кто нас всех спасет. А ты решил повыделываться, малыш? Блин, мальчики, не ругайтесь. Только попробуй тронуть меня. Это плохо кончится. Да что это за хрень? Черт, на нас напали. Что, убивать не разучился? Нет. Да уж. Тяжелые у них отношения. Черт, бандиты! Остановите! Не пускайте внутрь! Смотри оба! Быстрее! Так. Охрена себе. Есть. Ой. Хорош. Где там еще гнида? Где еще гнида? А, так кирпич мне незачем. А вот это вот мне нужно. Где? А-а-а. Не попало! А, ну давай. Хорош! Бляха, со всех сторон. Возьму-ка я на всякий случай дробовик. Где? Наверху еще? Или тут? Хорош.
Ой. А, вижу. А ну. Высовывай. Сука. Так, это кто? Это бандиты или наши? Непонятно. Совсем понимаю, кто где. Ага, это наши. Те, что в касках, это наши. Хорошее оружие, слушайте. Мы их видим. Идем к мосту. Кто они? Бандиты хотят проникнуть внутрь. Выбраться можешь? Нет, мы в ловушке. Мы идем к тебе. Оставайся. Так, это что? Они здесь. Элли, прячься. Мария, проклятие. Так, ну я думаю, Мария сможет за себя постоять. Она такая серьезная женщина. Так, слушайте. Стоп тебя! Где там еще? Кто где? Сука, убежал. Где-то. Блин. О, понятно. Хорош. Почти снайпер элит. Мужики, прорвемся. Бля. Еще он бегут. Опасно. Вообще хотела побежать и отметелить их своей палкой, но их слишком много. Блин, тут топор есть. Палка пока норм. Еще могут снизу бежать гниды. Прямо в каску!
Ухилися, сука. Надя. Падла. А он еще бегут. Еще бегут. Тихо. Томми, прикрывай, блин. Есть. Хорош. А он еще гнида бежит. Капец их тут. Томми, прикрой. Осторожно. Ой. Получается. Так. Есть. А еще живет. Живешь. Давай, вставай. Есть. Хорошо. Ребята, мне нужны. Мне нужны патроны. Конченик гадов. Так. Погодите-ка. Тут я никого не брокнула. Быстро к девчонкам! Да, я бегу. Вижу! Джон, действуй. Хорош. Спасибо, братанчик. А, вот сюда вот я не заходила. Очень зря. Патроны, мне нужны патроны. О. Нормально. Живем, живем. Патрончики, патрончики, патрончики. Берегись! Ой. Как они в Томми не попадают? Томми, ты бронированный, да? Где? Где эта сучка? А, вижу. Капец, у них шлемы. Разве не попало? А, все. Хорош. Томми? Мария! Есть. Элли со мной. Черт, еле отбились. Ой, не то слово. Даже один раз сдохли. Ты цела? Да, да, цела. Джоэл, в общем, да. Они бросились со всех сторон, ясно. А Мария такая, всем слушай. Бежать. И мы нырнули под столы, а тут бугай пальнул. Тише, тише. Слушай, и мы... скажи мне, ты не ранена? Нет. Черт. Пойдем-ка поговорим. Томми передумал. О чем тут говорить? Пусть найдет кого-нибудь другого. Мария, я просто не смогу с этим жить. Ты знаешь, сколько людей мы сегодня потеряли? О чем это они? О нас. Случайно не обо мне? Потом поговорим. Узнал, где лаборатория? Элли, поговорим потом. Потом? Ну-ну. И что с того? Одна ошибка. Один неверный шаг, и я окажусь вдовой. Ты этого хочешь? Я должен пойти. Неужели ты не понимаешь?
понимает, но не хочет. Иди. Чтобы Мария. Ушел. Мария. Началось. Так. Если с ним хоть что-нибудь случится, виноват будешь ты. Она беспокоится. Да, я знаю. Джоэл, я отведу девчонку к цикадам. Можешь не волноваться. Я так и думал. Надеюсь, какой-то толк будет. Пойду скажу Элли. Повтори, не понял. Джоэл! Что такое? Твоя девчонка только что увела коня и смылась. Ё-моё, куда? Пошли. Она только что ускакала. Вернись назад, хоть убраться поможешь. Ладно, осторожно. Прикол. Вон, там следы. Да. Ну? А прыгать можно? Как на плотве? Нет? Эх ты ж, блин. Жаль. А лутаться? Вроде ничего не вижу блестящего. А как прыгать? А. Она не могла далеко уйти. Мы ее найдем. Вот упрямая. И часто такие приколы? Таких еще не было. Не знаю, в чем дело. Ага, я догадываюсь. Она просто не хочет, чтобы вместе с ней шли люди. Она устала, наверное. Ну, ее раздражает то, что из-за нее... Умирают люди. А тут что? Следы копыт. В лес поскакала. Элли, чем ты думаешь? А, я правильно пошла. Я думала, здесь будет какое-то дополнительное место. Можно будет слизь залутаться. Ну ты правда, куда она поскакала? Я понимаю, вот, что она расстроилась. Следы. Но, блин. Только что же напали бандиты на нас. Ну, пошла. Во-первых. Во-вторых, зомби. Чересчур смелой, что ли, стала? Это тут? Эй! Я прикрою! Сколько их? Да хренища! Он на прицеле! А ну вылазь, сука. Да бля. Изгори. А падла, сейчас. Береги. Сейчас я тебя раскрошу, сука. Прикрой меня. На! Падла! Оп! Ау-ау-ау-ау-ау-ау! Тихо. А Томми тут? Сейчас вот этого дальнего надо снять. Да ну как можно не попадать? Ну это ужас. Так, лысый все сдох. Падла. Вот так вот. Вот так вот мужики разбираются хорошо. Прикрывай. Вот он. Ой-ой-ой. О! О, хорош. На. В рукопашку. У меня закончились патроны на пистолет. А, тут по одному патрону, прикиньте. Тихо. Это как револьвер, что ли? Все, больше нет. Теперь идем к лошадям. И как она тут проскакала? Нет.
Блин, плохо тут пули нельзя крафтить. Было бы здорово, конечно. Так, сейчас я вернусь к лошадям. Угу. Ага, тут просто такой домишкиш. Сколько там у нас времени? А я могу свистнуть? О! Как залазить? Но! Давай, давай, пошла, пошла, родненькая. Ну, скачи! Скакачи! О. Следы ведут сюда. Только до нее не добрались. Ну, или любит, блин, себе приключения на жопу искать. Понимаю, что она расстроилась, но все равно неправильно это было. Нельзя. Блин, я автоматически на букву А нажимаю, как в Ведьмаке, чтобы он быстрее ехал. Смотри, у ранчо. А он лошадь-то что? Она должна быть там. Вроде никого. Все? Спешится? Так, ладно, ребятки, давайте уже в следующей серии мы зайдем в дом и дадим прочухана этой мелкой засранке, из-за которой сейчас нервничаем. Надеюсь, с ней все нормально и надеюсь, вам понравилась серийка. Все плейлисты находятся в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.